Пры поўным праграмным забеспячэнні мабільны інспектар дазваляе супрацоўніку ДАІ аддалена правяраць вадзіцеля на наяўнасць вадзіцельскага пасведчання, праходжання тэхагляду. Для гэтага дастаткова сканіраваць рэгістрацыйны знак транспартнага сродка. Для рэалізацыі ўсіх магчымасцяў комплекса яшчэ неабходны пэўны час, пакуль жа сістэма працуе толькі для праверкі нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь. Калі раней вадзіцелі з іншых краін маглі асабліва не клапаціцца аб тым, што за парушэнні, зафіксаваныя мабільнымі камерамі фотоконтролю, прыйдзецца плаціць штраф, то цяпер сітуацыя змянілася кардынальна. І многія аб гэтым ужо ведаюць, асабліва жыхары Расійскай Федэрацыі. Я часта бываю, на кожны месяц. Вот, в Бресте бываю. Сейчас еду с Италии. Вот, отдыхал на море. Вот, штрафчик я знаю, вот, что нарушил там где-то в Кобрине, сюда, когда ехал. Ну, это я был на свадьбу сюда к другу ездил, а сейчас я с Италии еду. Конечно, законопослушно, а зачем нарушать? Создавать все проблемы. Вот, раньше нарушали, да, а сейчас как бы уже, ну, уже возраст не тот, что сделаешь. Инспектор мне все четенько, хоп, и все. А, еще подпись электронная, да? Осведомлен, что все работает, что могут и в Минске проверить, еще где-то проверить. Вот, и даже знаю, что если за 2 месяца тебя не поймали, то штрафы сгорают. Інспектор ДАІ спыняе автамабіль, напрыклад, на нумарах Расійскай Федэрацыі. Скануецца тэхнічны пашпарт автамабіля і адразу бачна, якія парушэнні правілаў дарожнага руху на тэрыторыі Беларусі ёсць на рахунку гэтага аўто. Штраф плаціцца прама на месцы з дапамогай банкаўскай карткі. Калі вадзіцель адмаўляецца, канфіскуецца вадзіцельскае пасведчанне і толькі пасля аплаты яго можна вярнуць. Але гэта змарнаваны час і нервы. Комплекс «Мобильный инспектор» состоит из планшета, подключенного к специальному выделенному каналу связи, мобильного принтера и специального программного обеспечения. Основное направление делается на нерезидентов Республики Беларусь. С начала текущего года к административной ответственности привлечено более 5000 водителей, которые не являются гражданами Республики Беларусь. С июля месяца, с момента работы комплекса «Мобильный инспектор», к административной ответственности привлечено 2543 водителя. Данные с камер фотофиксации у всей Беларуси обновляются каждый день. Так что теперь позбегнуть покарание при порушении правил дорожного руху будет вельми складано. Юрий Петлур, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».